отважные маленькие исследователи Луны. Давай полетаем на космическом корабле и исследуем таинственную Луну. Перемещайте джойстик влево и вправо, чтобы изменить направление. Попробуй еще раз. Попробуйте толкнуть джойстик вперед. Ух ты, она ускоряется. Отступи назад, и ты замедлишься. Нажимайте на достопримечательности и смотрите, что можно найти. Кратер Шишен. Этот кратер получил свое название в честь древнего китайского астронома Шишена. На обратной стороне Луны есть 5 кратеров, названных в честь китайцев. Альпы. Некоторые места на Луне имеют те же названия, что и на Земле. Например, на Земле есть Альпы, как и на Луне. Кратер Ньютон. Глубина этого кратера составляет более 7000 метров. Как образовался такой глубокий кратер? База Тяньхэ. Луноход Юту-2 сделал снимки Луны. Юту-2? Я хочу найти его! Поехали! Где находится Юту-2? Смотри, следы колес Юту-2! Следы по следам колес, тогда я смогу его найти! Поехали! Кики тоже ищет Юту-2. Может быть, я смогу встретиться с ним? Следуй по следам колес, тогда я обязательно найду Юту-2. Ощущение невесомости, когда идешь по Луне. Юту-2, я иду. Кики тоже ищет Юту-2. Может быть, я смогу встретиться с ним? Следуй по следам колес, тогда я обязательно найду Юту-2. Ух ты, Юту-2! Да, я нашел его! Юту-2 обнаружил много информации на Луне. База спокойствия. Астронавты оставили здесь первый человеческий след на Луне. Давай проверим это. Первый след. Я должен найти его и сфотографировать. Нажми на кнопку и перемести рамку, чтобы найти след. Только не этот. Попробуйте еще раз. Только не этот. Попробуйте еще раз. Вот он, большой след. След, оставленный на Луне, может сохраняться многие годы.